Сепаратисты вместо зубов чистят зубными щетками по утрам гранаты. Ну, я не только сепаратист, я же еще убийца украинских детей. Это как называется? Террорист. Да, вот мы раскопали хрон бандерівський. За часів славетних, повстанських пісень. От, так как баранам надо все самое лучшее, чтобы они шли, куда их ведут. А сейчас они идут к нам. То мы, конечно, следим за качеством. За качеством следим. Все должно быть красиво. Программа качества. Все дела. Это вопросик можно задать мартышкам в Киеве? То есть интеллигенции. Интеллигенции в Киеве. Интеллигенции. Дорогие. Какие дорогие. Мыслители вы наши. Вот такой маленький вопросик. Вот у вас в 2004 году был Майдан, который вам никто не организовывал, вы вышли на него сами. И боролись против коррупции и диктатуры. Так. А в 2014 году, 13 и 14 у вас был новый Майдан, который вам никто не организовывал, вы вышли на него сами. И боролись против коррупции. Дай бог. И диктатуры. Да, что-то повторяюсь. Ну ладно, не важно. Там люди умные, с высшим образованием все. Интеллигенты, да. После первого Майдана у вас наступил полный... Как там? Плохо наступило, да. О, начальника, плохо наступило. Экономика нам, продали заводы. В общем, разосрались. И, ну, вы помните, да, отлично было, отлично. Рейтинг вашего лидера, вашего товарищеского жука Ющенко, упал до статистической погрешности. В 2014 году у вас еще лучше все. У вас полная победа над коррупцией. Офигенная экономика у вас. Вот. И у вас в лидерах звезда нации, украинской нации Порошенко. Это ваш лидер, ваш избранный президент. Вот. Ну и перспективы ваши вы знаете. Глобус надо корректировать. Бараны ваши гибнут, а педерасты ведут их в бой. Вопрос у меня маленький. На третий Майдан пойдете? Наконец-то.